Когда у нас появился вот этот вот гель для интимной гигиены, дело в том, что гель для интимной гигиены у нас был всегда. Ну, не у нас, а в компании Oriflame. И когда я пришла, мне одна дама сказала, что лучше можно не иметь помаду, но гель для интимной гигиены у девушки должен быть всегда. И, соответственно, я тоже купила, попробовала, и с тех пор это средство есть всегда у нас. Сейчас у нас их несколько видов, есть для молодых девушек даже, есть для взрослых. Вот этот желтый с ромашкой, это для взрослых дам. Очень рекомендуют в переходный период, в период менопаузы. Очень хорошо увлажняет, очень хорошо ухаживает за кожей интимных мест. И вы знаете, девочки, я действительно почувствовала на себе разницу, потому что я беру разные, использую разные, но стараюсь, чтобы вот эта штучка у меня была всегда.